Для расследования трагедии на шахте «Степная» расширили правительственную комиссию. Об этом заявил министр регионального развития Геннадий Зубко. В ее состав включили представители Минюста, Минэкономразвития, а также Минтоплива и энергетики. Сейчас к шахте нет доступа, на месте работают спасатели. Что же касается пострадавших, то в больницах Львова до сих пор находятся 23 человека. Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Я напомню, 2 марта во Львовской области в результате трагедии на шахте погибли 8 горняков. По предварительным данным, взорвалась воздушно-метановая смесь на глубине более 500 метров. Правительственная комиссия проверит безопасность на всех предприятиях этой отрасли, поскольку в момент аварии на Степной не сработала ни одна из систем сигнализации, которая должна была предупредить шахтеров об опасности. Безпосередньо работа комиссии, она даст не только причины, наслідки и тех, кто відповідав, відповідальний за ситуацію, яка сталася трагедією, тому що ми розуміємо, що є відповідальність і на рівні шахти, і на рівні ДП «Львіввугілля», а також ті заходи, які повинні бути прийняті на рівні Міністерства палива енергетики для того, щоб унеможливити це в майбутньому. Кроме того, Геннадий Зубко заявил также, что в последние несколько лет в Украине катастрофически упала добыча угля, и ситуация в этой сфере критическая.